Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Мой бывший муж зарегистрирован и проживает в квартире моей матери. Добровольно выписываться он отказывается. Может ли собственник обратиться в паспортный стол и выписать зарегистрированного жильца без его согласия? Если ваш бывший супруг зарегистрирован временно, то это не проблема. Его снимут с регистрации по заявлению собственника. Если же регистрация постоянная и он отказывается выписываться добровольно, то необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о выселении. В судебном заседании нужно представить доказательства того, что фактически семейные отношения прекращены, а также указать, какие права собственника нарушает зарегистрированный гражданин. Обратите внимание, если квартира была приватизирована и ваш бывший муж, будучи членом семьи, отказался от участия в приватизации, выселить его не получится даже через суд. Также, если квартира подарена или продана выселяемым и в договоре содержится условие о пожизненном праве пользования, его также выселить не получится. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть нашу рубрику еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!